К другим новостям. В День семьи, любви и верности в Наташинском парке состоялся парад молодоженов. Это мероприятие стало уже традиционным для Люберец. Центральным событием праздника стало шествие, в котором приняли участие счастливые семейные пары. Все вместе они прошли по парку в костюмах со своих свадеб. Коренные люберчане Светлана и Владимир в этом году отметили уже 27-ю годовщину свадьбы. Счастливы каждый день, говорят о себе Васильевы. Но совместная жизнь – нелегкий труд, поэтому у них есть чему поучиться. Мужчинам беречь свою вторую половинку, своих женщин, любить. Ну а женщинам, наверное, ухаживать за мужчинами побольше, уделять внимание. Да? Да. А у семьи Надежиных совместный путь только начался. Свои отношения Светлана и Олег узаконили накануне. Выбрали красивую дату – 7.07.2017. Парад молодоженов в День семьи, любви и верности стал поводом гулять свадьбу, как положено на Руси, минимум 2 дня. Вчера у нас была свадьба, и сегодня, соответственно, у нас продолжение свадьбы. Мы очень рады, хотим поучаствовать в этом конкурсе. А поучаствовать в параде молодоженов в этом году изъявили желание 18 супружеских пар. Профессиональные стилисты, как полагается, перед торжеством все утро собирали еще вчерашних невест. 5 из них – представительницы сообщества «Мама офлайн». Организаторы мероприятия создали все условия для того, чтобы девушки действительно могли насладиться, не думать ни о чем, прийти. С собой нужно принести только платье, мужа и хорошее настроение. Профессиональные визажисты сделали невестам укладку и макияж. Каждая девушка вновь взяла в свои руки свадебный букет. Несмотря на то, что погода совсем нелетная, все участники парада окрылены. Еще бы, ведь в этот день каждая семейная пара смогла почувствовать себя вновь молодоженами. Красивые, нарядные и счастливые, как в тот самый день, пары прошествовали по парку под торжественное музыкальное сопровождение оркестра. В завершении праздничной прогулки они исполнили свадебный обряд, повесили семейные замочки на мост и выбросили от них ключи в Наташинский пруд. Чтобы поддержать официальный брак, как таковой, уйти от гражданского, что принято нынче в наши дни, вот. Ну и второе, это тоже не менее важно, то есть это на одной ступеньке, это то, чтобы все участники вспомнили тот день, тот счастливый, самый романтический день в своей жизни. Парад молодоженов, безусловно, одно из самых ярких событий 2017 года. Почетным гостем праздника стал глава Люберецкого округа. Конечно же, вот такая, я оцениваю, добрая традиция зародилась у нас в Люберцах. Именно в день такого, я оцениваю, большого христианского православного праздника. Основа, основ жизни любого человека, конечно, это семья. Все мы вышли из семьи. Программа мероприятия, прямо как на настоящей свадьбе, была насыщена многочисленными конкурсами и подарками. Также организаторы провели лотерею для женихов и невест, во время которой разыграли презенты от спонсоров. А еще в этот день каждая пара смогла запечатлеть себя на память в свадебной фотозоне. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.